птица я. Ай-я! Я хочу огурцы! Концерты даешь. Там же тоже считай, как это будет. Смотри, там паучинки. Видишь? А, пусть растут, ладно, пусть. Там они тоже нужны. Там же паучки живут. Они же тоже жить должны где-то. Ты хочешь здесь помыть, что ли, все убрать? Да. Ладно, будет генеральную уборку уберешь. Знаешь же, полку ищет, чтобы убрать. Молодцы такие. Отстрелять. Хорошим в пианино купили. Да. А я думаю, откуда он столько песен знает? Ну ладно, я обычно же мультфильмы как-то слушаю. Мы должны песенки. Ой, Амели. А сколько там песен-то? Ну, у нее не только пианино, еще и специально ставлю ей отдельно. А, все понятно. Весь набор детских песен. Ну, это не певица, надо. Певица ты наша. Певица, артистка настоящая. Ты на точно будешь артистка? Нет. Почему нет? Кем ты будешь? Певицей.
Она все время говорит, я буду принцессой. А, принцессы? Ну, принцессы все хотят быть, конечно. Ну, тебе это может получиться. При твоих способностях. Я и так стала балериной. Кто? Я балерина. Ты уже балерина? О, бог ты мой. Это тебе с твоими родителями, если тебя музыкальную отдать, потом ну, балетную нет, школу отдать, это сколько тобой заниматься-то надо будет. Обалдеть. Музыку какую слушаешь? Какую тебе музыку включают? Ты под какую любишь музыку? Под быструю танцевать или под медленную? Под медленную. Тебе и... больше нравится, да? Да, под медленную. И танчили. Вот видите, где способности появляются? Молодец. Тебе и такая музыка. Похож на вьетнамский. Китайский какой-то. Молодец. Ну, с твоим голоском французский язык шикарно, кстати, получится. Молодец. Ну, ты мне вообще бесплатный концерт. Да. Все, Амелия, не надо уже баловаться. Ты уже балуешься некрасиво. Скажи, вы же еще маленькие, вы еще пока спите хорошо, ничего не слышите, ничего не видите пока. Да, скажи? Нет, я 4. Перевернутом виде у тебя дочь это видит, да, сестренка? Знаешь, ой, будь здорова, моя хорошая, будь здорова. Расти большая. Мне 4 лет. 4 года. 4 года? Да. Ну вот, тебя сестренка немножко подрастет, и будешь не с ней нянькаться. Она уже через месяц хорошенькая у тебя будет, тебя узнавать будет, улыбаться тебе будет. Знаешь, какая будет хорошенькая? Ты будешь помогать маме? Буду. Все, тебе уже это что-то. Ты что это? Пойдем все уже. Вот ты вот в подъезде, наверное, с этим, с путинками напелась. Да, убьют путинки. Ну пошли. Да, поднимайся. Идем. Пойдем домой, пошли. Идем. А то так и будешь ли стоять.